Бесплатные консультации организует сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли в столице. Сотрудники местных исполнительных органов по всей стране проведут горячие телефонные линии, где каждый сможет узнать информацию о защите потребительских прав и законных интересов. Прием граждан посвящен Всемирному дню защиты прав потребителей. В этом году его главная тема – честные цифровые рынки. Добросовестные представители рынка, они все-таки работают открыто, честно и работают с потребителем. То есть, если потребителю требуется объем информации больший, то они расширяют свои информационные источники и доводят все-таки для потребителя информацию. Такие субъекты, в общем-то, сразу видно, что они нацелены на повышение качества обслуживания потребителей. С развитием цифровой экономики острее стала необходимость новых методов для защиты интересов потребителей в интернете. Сегодня почти половина белорусов совершают покупки онлайн, многие за рубежом. Самые распространенные проблемы – несоответствие товара заявленному качеству, доставка позже срока или вовсе риск остаться без покупки.